Доброго времени суток, дорогие друзья, гости, подписчики. Вот сегодня я взяла, у меня вот эта уточка сидит здесь на яйцах. Закладывала я 12 апреля 12 штук яиц. Но два яйца она у меня их раздавила. Одно что-то я не знаю, куда это делось. И вот у меня осталось 9 штук. Сейчас сегодня 12 день. Я сейчас проверю их на авоскопе. Следующая будет вторая уточка. Вот у этой проверим. Пока эта уточка стала кушать, я у нее взяла яйца. Сейчас проверим и посмотрим, какой там оплод из 9 яиц. Сейчас половина срока получается где-то. Ну, первая проверка. Посмотрим, какое развитие идет. Это наши уточки. Мы как вот выросли. На этой неделе, в конце недели, начнем их убирать. Выросли наши уточки. Вчера постелила чистенько, смотрите, уже все. Но я их покормила мешанкой, что-то мне не понравилось. Вот. И мешанка. И они вон. Все, кто-то тут у нас каннибалит, мне это не нравится. Какие-то нормальные, какие-то ненормальные утки. Сидят две общипанные. Надо смотреть и убирать каннибал. Эта уточка у нас уже садится на гнездо. Сейчас попробуем заснять. Она кушать ищет. Вода закончилась. Где-то она там садилась. Яйца вроде не видно, да? Она там себе гнездо делала. Мы посмотрим. Нет, яиц нету. Она здесь уже садится, гнездышко делает себе. Сейчас я вам все налью. Иди, слезай. Воду все выпили. Все съели. Надо их уже выпускать на улицу, пусть гуляют. Сегодня мы здесь откроем вот эту штучку. И пусть они ходят, гуляют. Сами выходят и заходят. Да? Да, 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 да. Все. Козы у нас уже нету. Козы у нас уже нету. Все. Что вот у нас остались только утки, куры и цыплята. Ну и собаки. Вот на этом пока все. Пошли проверять яйца. Ну вот, у меня просто не получилось снять через воскоп. 6 яиц. Нормальное развитие. 3 яйца не оплод. Получается из партии. Полностью не оплод. И 6 яиц нормальные под уткой. Сейчас будем смотреть другую утку. Вторая утка. Один чистый неоплод. Здесь что-то мне не понравилось. Одно какое-то там кольцо, а вторые что-то тоже неоплод. И осталось вот эти три очень хорошее развитие. А это так, ну просто их немножко попозже заложила. Может оно развитие еще как бы есть, но посмотрим. Вот вторая утка у нас. Это яйца были заложены чистые, но вот они так их испачкали. Посмотрим, что будет. Уточки прибрались, постелили свеженькое солнце. Положили. Ой, много съели они мешанки. Надо подложить еще. Там с витаминками. Вот. Такие вот уточки. Проветриваем, открыли. Через недельку у нас их не будет.